творение. Вот, итак, так как народ достаточно бегать, сейчас будет толпиться, давайте сделаем так. Давайте мы встанем. Вы хотите лицом к зеркалу, но я не люблю зеркала, чтобы... Поворот. Вот как только дошло до конца, мы движение не останавливаем. Вот эту воду, которая в тазу, обливаем на себя. Раз. Потом здесь поворачиваем и ставим его обратно. Здесь вода наливается, и мы делаем вот таким образом. Вот таким образом. Пропускаем ходить нашим баранам. То есть, да, мы начинаем работать то, для чего мы пришли. Значит, сейчас мы просто стоим. Позиция разговорной стойки. То есть, в этом положении мы разговариваем с людьми, когда пытаемся конфликт свести на нет. Самое важное в конфликте. Что такое конфликт? Конфликт – это пересечение интересов. Всегда это происходит, когда человек гонит свое. Каждый из нас гонит что-то свое и не уступает. Конфликт интересов. Поэтому самое важное – это профилактика конфликта. То есть мы сначала пропускаем мимо себя оскорбление, проходим принцип черепахи. Это раз, зашли, коробочку свою пропустили мимо ушей, прошли. Второе – это принцип медведя. Да? Это то, когда мы стараемся, ребята, давайте жить дружно. То есть вторая фаза конфликта, когда нас все-таки остановили, мы не прошли мимо. С этого начинаем, потому что дальше будет контакт. С этого начинаем. То есть мы как бы говорим, ребята, давайте жить дружно. Что мы делаем? Смотрите, первое. Поворачиваем ногу. Ничего не меняем. Руками ничего не делаем. Смотри, делаем поворот. Бам. Дошли до оси симметрии. Вот у нас ось симметрии. Вот это проекция этой оси симметрии. Как бы стенка. То есть вот стенка, она идет ровно посередине. Вот она, чтобы видно. Вот стенка, она идет у меня вот по симметрии. Я стою. Бам. Мы доходим до оси симметрии. Бам. Ничего не меняется на ноге. Бам. Ничего не меняется. Доходим левой, правой, то есть влево, вправо. Раз, два. Раз, два. То есть Алексей Алексеевич Кадочников назвал эту связь рампа. Раз, 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 раз. Сейчас объясню, для чего это нужно. Раз, раз. Раз, 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 раз. Ничего не меняем. Руки не висят, то есть старайтесь не поднимать, потому что плечи остаются. Кого уже устают плечи? Отлично. Хорошо. Значит, нормально. Раз, поворачиваем. До конца, вот до оси симметрии. Дальше не надо. Дальше это уже вот, перегрузили, переделали, спиной повернули. Поворачиваем спиной. Не-не-не. Не плечо выставляем на ось симметрии. А только вот это вот, приключи. Раз, приключи. Раз, приключи. Все, дошли до этих ключей. Оп, дальше это уже хуже. Дальше не надо. Раз, давай. Раз. Раз. Все, давай. Нет, давай нажать, у него... Хорошо, теперь делаем движение на два и добавляем удар. Делаем на счет раз, повернулись. Два. Рука здесь стоит. Совсем большие. Ставим. Раз, в другую сторону. Два. Ставим. Раз, повернули сюда, два, и ставим, раз, два, то есть смотрите, движение идет вперед, движение не идет назад, движение идет вперед, посмотрите, что происходит, Саша. Саша не идет право через, пам! Вот это движение, это как раз увод руки в сторону, мы организовываем его таким образом, что у нас нет в голове блока, а потом удар, защита, а потом удар. Тема встречный бой, то есть мы его встречаем. Ла! Он там, он уже там, а потом его уже добьем. Понятно для чего, да? То есть цель. Раз, вот оно скользнуло, и мы скользя, оп, туда уходит. Он встречает, он пролетает. Так как он бил сюда, вот, бил сюда, оп, а вдруг пролетел, вот он сам сюда налетает. Поняли, да? Поехали. Раз, два, раз, два. То есть раз, повернулись, два, ударили. Туда вошли, туда вошли, туда. Исходное положение, три. Раз, два, 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 три. Раз,
три. Вот это прямой удар. Это кратчайшая траектория, да? Прямая линия, это что? От точки А до точки Б это кратчайшая траектория, правильно? Теперь смотри, все бьют обычно, ну, в общем-то всегда обычно, всегда бьют через руку. Он мне бьет, я делаю сайд-степ, кручиваю удар, делаю длинный вот этот вот кросс или свинг, да, чтобы попасть туда. Значит, мое движение гораздо длиннее. И для того, чтобы я не попал, мне еще нужно сделать сайд-степ. В это время одновременно закрутить руку и так далее. Это очень хорошая тема, но это для того, кто у кого уже есть соревновательный опыт, кто уже не год и не два его занимается. Соревновательный опыт, который должен увидеть удар, пойти туда, он должен увидеть, предвосхитить его и сделать. Что я вам предлагаю? Да? Мы недолго не занимаемся, времени у нас нет долго заниматься, семья, заботы и так далее. Поэтому мы и делаем это сразу. Бах! Удар! Я к чему говорю? Что вот откуда идет удар. Не делайте его сразу, тем более не поворачивайте локоть в сторону. Никогда при прямых ударах локоть в сторону не поворачивайте. Потому что это уже идет неуправляемая кинетическая цепь, мышечный удар. То есть он требует больших затрат. Если вы, если вы не будете физически подготовлены, всегда не будете в тренинге, то вы, в общем, удар не сделаете никогда, потому что любой мастер спорта, который месяц не позанимается, он уже не мастер спорта. У меня только значок мастер спорта. Он на этом уровне не может держаться, потому что да, не управляем. Наша задача – этот удар сделать управляемой кинематической цепью. Вот, я оттуда улетел. И все это соединяется. Туда, понимаете? Туда сразу соединяется. Поэтому движение начинается с ног, и туда стреливается. Поехали. Один шаг. Он у него вот такой вот капюшон был, куртка, вот здесь вот на замке все, да, и я сразу как бы не пробил. Получилось так, что сразу тут. Поэтому. А так, первых ударов, вспоминаем. Первая серия какая у нас была с вами? Вверх-вниз. Первая, самая первая серия на КВ. А? Правильно. Испугали, ударили. Вот это то же самое. Он тебя бьет. Так-то! Все. То есть вот он бьет. Так-то! И он готов. Вот здесь он будет готов. Почему? Потому что это нельзя. От этого не отвращаться. Просто. По биомеханике, физиологии нельзя защититься, потому что первый удар пропустил. Бам! Пропустили тут же, второй он добьет. Все. То есть это вход. Причем, мне для этого не нужно делать сайд-степ. Ну, то есть мне не нужно для этого делать сайд-степ. Я просто тупо иду. Бам-ба! Вот я стою. Вот я стою тупо, да, и здесь выкинем нет. Я просто все, вышел, все, не выкинем. Вот он бьет. Бам-ба! Все. Я уже организовал таким образом, плоскость поменял, что все. Мне уже все, я просто иду в него. За счет вот этого есть. Понимаете? Теперь самостоятельно, не спеша, работаем. Пройду, каждого посмотрю. Поехали. Сейчас вы сейчас все разделитесь по парам и начнете работать в парах. Но прежде еще раз хочу сказать, вы сейчас должны из головы выбросить представление бокса, карате, там, ушу, любого вида единоборств, то, что у вас уже в голове. Потому что вы сейчас пришли, вы же пришли чему-то научиться, правда, нет? Конечно. Поэтому, чтобы что-то получить, чтобы в стакан налили чаю или молока, он должен быть пустой. То есть вы должны сейчас освободить свою голову и воспринимать это с чистого листа. А то, что вы уже чем-то занимались, это, в общем-то, очень даже здорово, потому что у вас есть координация. Это не переучивание, как думают многие. Это изучение другого языка. Конечно, есть такие люди, которые, например, «Да ну вы нахрен, фигня какая-то, что там?» А это представь себе, я ему тоже написал письмо на китайском иероглифе, показал. Да нахрен хрень какой-то, и выкинул. А в голове не подумал, что ты-то русский плохо даже знаешь, свой, родной. А человек тебе на китайском написал. То есть, слушай, что он мне там написал? Дай-ка я это
переводчик хотя бы в этом в Яндексе найду. Он мне там переведет, что написал. Но большинство и до этого не додумались, понимаете? Поэтому сейчас я вас очень прошу, чтобы вы из головы выбрались, вам легче будет принять то, о чем я говорю. Причем я говорю не просто какие-то вещи на том, а просто обычная биомеханика, физиология и обычные принципы двигательные и психические. Все, больше ничего. Здесь ничего нет сложного. Теперь пара делится. Сейчас атакуем левым. Все то же самое, чем нет. Стойте. Защищающийся стоит во фронтальной стоечке. Просто стоит вполне бьет левый. То есть вы делаете все то же самое. Туда засовываете. Бам-бам! То есть опять запоминаем, что наша задача, это вон цель. Он бьет, я должен дойти вот до этой цели без ущерба для себя. А так как мне уйти некуда, я организовываю движение таким образом, видите, что вот он куда ушла. Челюстная, вот где была. И вот здесь он начинает движение скольжения. Без. Это не вот эта вещь, поймите, это разные вещи. Вот это другая совсем схема. То есть, это совсем другие вещи, понимаете? В данном случае тема. Встречный бой. Вот он. Туда. Вот он смещается. Я его сразу, видите, сместил. Своим ударным действием сместил его вперед. Все, попал ему по бороде. Дальше. Эта рука не висит. Локти в стороне не находятся. Она вот здесь. Вот. Потом вы сразу доходите до него. Видите, я разворачиваюсь на ногах, делаю подшаг, обычный подшаг, и поворот на этой ноге. Бам! И он ложится. Парень делает.